вот чтобы было точно 100% китайский паб, так должно быть, чтобы... Вот, тут стекло есть? Да. Да. Это китайский паб. Это у нас получается вторая серия с 7-летним рандомным тиммейтом. Уже не рандомным тиммейтом, а, наверное, моим тиммейтом. Спасибо огромное, что поддержали первую серию. Там, правда, набралось огромное количество лайков, рекорд за последнее время. Поэтому, если вдруг под этим видео наберется 5000 лайков, то я выпущу третье видео. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И самое главное, ставьте колокольчик, чтобы это дело не пропустить. Иначе YouTube может просто не дать вам оповещение о ролике. Все, всем приятного просмотра. Я по тебе не попадаю. Нет. У тебя сколько сейчас от этих снежков? 4-4. Я тоже 4. 3-3. 2-2. 1-1. Так, у тебя один уже, да? Один. Угу. Опа. А у меня один остался. Как ты попадаешь? Ну и, конечно же, спонсор этого видео – букмекерская компания под названием 1xbet. 1xbet – это самый надежный и проверенный букмекер. Там всегда самые большие коэффициенты, самые быстрые выплаты и, самое главное, мой личный промокод, который дает вам до 6500 рублей, и моя ссылочка находится в закрепленном комментарии под этим видео. Прыгни, прыгни это, прыгни рядом с поездом, где у тебя пахнется. Хорошо. Ты вообще откуда? Из этого, из Дзержинска. Угу. Это где? Ну, это город такой. Ну, в России, в Украине? Да, в России, в России. А, понял. Да, я же русский. Я русский. Россия вперед. Да, Россия вперед. Давайте, ребят, проверим, то врет он, что он, ему 7 лет или нет. Ты в каком классе? Я тебе говорю, я уже в первом. А, в первом, понял. Ребята, ему реально 7 лет. Где поезд? А мы еще можем так делать. Да, можем полутаться, и вот поезд сюда приедет на остановку. Посмотри на меня. Смотрю. Сейчас я иду. Сейчас иди, я тебе покажу эту магию. Да. Летаем. Это Black Magic. Ты как будто на метле в Хогвартсе. Да. Только метлу не видно. Большая аптека, да, такая зеленая или синяя, что там? Да, зеленая такая. Вот, поезд, погнали. Поезд, да. Тогда давай быстро. Она остановится? Да. Тормози. Угу. Так, я быстрее, я попробую. Да, беги. Я бегу с всех сил. Давай. На N или паркур, да, все, хорош. Все. Я просто на это нажимал, а он чуть не нажимался. Все нормально. На самом деле у нас с тобой элитный поезд, мы тут можем прям вот отсюда вот поразваливать. Видишь, где я стою? Вот это, срепа. Ты чё? Блин, копаться, у тебя есть рюкзак? Рюкзак? Да, рюкзак. Да, вот есть метка кинул. А, метки. Короче, вот тут вот, смотри, возле меня. Опа, челик, слышал? Не. Да. Вот. Сейчас, подожди, сейчас. Костюм динозавра. На метке уже проехали, забей. Блин. Ну, у нас реально, ребята, элитный поезд, прикиньте. Динозаврик, не бросай наш, иди к нам. Это остановка, да, тут остановка? Да, может, у челики будут. Аккуратно. О, челики, да, там челики. Гасим их. Хорош. Все, поезд едет дальше. Идем. Да, погнали. Да, просто тут сидим, убиваем. Красава. А что, я только его увидел сразу, просто как-нибудь. Вот я не могу, я вот, понимаешь, прицел, так я когда прицел вижу, я вот не могу его держать. Я контролировать зажим, ты имеешь в виду, да? Ну это нужно идти на тренировку, там есть тренировочные карты. Вот. Ну, ты можешь выйти, да. Чего тебе? Почему тебе на голове? О, аирдроп. Сейчас, секундочку. Дроп справа. Если сейчас будет где-то остановка, я предлагаю выйти. Хочешь, выпрыгнем?
Ой, это челик. Почти. Аккуратно, аккуратно, не умри. Уф, файты. Прыгай, прыгай, давай выпрыгнем, давай выпрыгнем. Так, бота убил. Просто у нас где-то дроп, дроп, вон слева дроп у нас. Предлагаю этих челиков, да-да-да, давайте челиков заберем и задропом. Ладно, да-да-да. Чё там, дроп лутаем, да? Я ладно. Бро, а можно? Ладно, ладно, играю. Блин, для видоса было бы великолепно. Ладно, тащи, тащи. Ну, хотел взять АВМ, думаю. Ну ладно, ладно, тащи. Если я убью одного челика, я тебе дам. О, все, договорились, давай, давай. По одному киллу, короче. Просто одного челика или бота убью, я тебе дам. Все, окей, хорошо, спасибо. Ребят, это лучше. Да, я просто не особо не умею играть. Вот на телефоне умею. Ну ты научишься, научишься, будет супер. Че, этих заберем, которые к нам подбежали? Да, заберем, да. Только я его заберу. Вижу, вижу. Где? Смотри, на 195, на 200, на горе. На горе? Че, где я поднимусь? За меткой. Мне кажется. Ага. Еще одно вижу. Ну это ног. Да боже мой. Да просто чистый, допью его, тогда тебе там. Да, не парься, не парься. Играй. А мне что-то не хочет сегодня играть. А что, пойдем? Может на гору вот сюда вот? Попробуй. Давай. Слушай, а там поезд там рядом? А, нет, не поезд, это просто это дом. Что-то там. Как думаете, ребят, он кого-то убьет с вами? Я думаю, да, я прям уверен. Думаю, вообще двоих убьет. Вижу челик. Информация? Где он? Кинь метку. Вот, прям за деревом. Попал. Давай, тащи. Так, за деревом. Убил! Хорош. Играй дальше с вами, тащи. О, слушай, давай, пошли на поезд. А мы не успеем. Да не, он сейчас тормозит, мы не успеваем. Я успею. А я? Чё, ты хочешь, чтобы я тебя подождал? А, не, всё, это всё. А куда он пропал? Да, он не поедет дальше, всё, он тоже будет. Понял, ладно, окей. Всё, готово на гору заберем челиков? Или вот ещё дроп золотаем? Вот самолёт летит, предлагаю его золотать. Давай, если чё, АВМ твоё. Да, окей. А, вот он, боже, я думал, он это лень. Не идем. Он назад поехал. Да. Сейчас, может, самолет скинет, смотрим, дроп. Давай. О, скинул, смотрим. Нормально. Два рядом. Дропа. Ну все, мужик, это имба. Да, бро, разберемся. На самом деле, прикинь, как нам повезло, что у нас реально два дропа. Еще до этого еще один дроп, то есть мы еще три дропа, получается, залутали. Да, согласен. Вообще классно. Надеюсь, там АВМ-ка будет еще одна. Прикинь, вдвоем АВМ будем играть. Да, мы вообще вдвоем будем играть. У меня автомат АВМ, у тебя автомат и АВМ. Угу, было бы супер. Второй, дай дроп. Второй? Да еще первый, просто гляну, потому что вдруг тут АВМ. Ой, я москлад возьму, да? Да, бери. Че, грозу берешь или нет? Не. Ой, хорошо, тогда беру. Я получил ачивку. Я когда мускулат взял, я получил ачивку. Хорош. Нормально. Че там, вы... скажи, что там АВМ, пожалуйста. Нет, там гроза с восьмикратником. О. А, бери грозу, это реально хорошая пушка. Так, мне из-за этого собираю... Ой, патроны у него сорвал, нечаянно. Окей, у тебя пульки на ней есть? Да, пульки, да, есть. В запасе еще 30 протонов. 30, сейчас я скину еще, подожди. Ага. Возьми его, 24 еще. Спасибо.
Прикиньте, мы с ним два москалачика с двумя грозами. У него еще ВМ. Сёдрин, да? Ты мне сколько? Так, ты мне 24 скинул? Да, 24 там. Да, значит, у меня получается 54. Нормально. 54. Подписчики, давайте, смотрите, он же сейчас в первом классе, проверим его на знание таблицы умножения, просто по приколу. Вот, если он ответит, я херею, потому что Эрхан свои 14 не ответил. Да-да, ну ничего. Слушай, бро, ты таблицу умножения знаешь? Таблицу умножения, ну, знал немножко. О, 7 на 8 сколько будет? Не-не-не, я знаю только на 3. А, понял, 3 на 7? Не-не-не, 3, а на 3 на 3. А, 3 на 3 сколько? 9. Хорош, нормально. Подожди-ка. Уф, что делаешь? Не, это я постреляю. Угу. Серьезно, это китайский пап. Опа, что это? Твоя грена? Нет, не моя. А, с динозавром. Динозавра. Забирай. Хорош. По голове дал. Специально дал ему ребят. Да? Красава, можешь забирать скин динозавра? Сейчас заберу него все. Уф, тут нормально по хилам было. Ты мусулат выкинул, да? Сам мне просто скин нужен. Понял, окей. Саножки там и шлем, вот это. Мне нужен, мне самому вот это нужно. Друзья, это нужно выиграть. Чего не дает этого скин динозаврика? Не знаю, закончили продавать, это давно еще. Давно, я поняла. Блин, я думаю, у меня он есть или нет, если еще... Да-да, но это очень далеко. Очень далеко, поэтому не будем идти. Если она повезет, там недалеко будет снова авик. Если АВМ будет, тогда твой... Да-да-да, две грозы, две АВМ, это было бы нереально. Нереально, просто тупо. Тупо там в одном дропе гроза, а в другом АВМ. Ты взял грозу? Да-да, взял, конечно. Да, все. Значит, мы играем с грозой. Ты только с АВМ играешь, а я с АВМ играю. Так, смотрю за дропом. Не, он далеко, он выпадет, его же вызывали, получается. Так. А, так, вот где один первый дроп? Там должно быть два. А, не, он, наверное, вот только вот там. На точке тебя вызывали, там. Да. Точки, да, только два дропа. Дроп. А второй он не выпустил. Что? Да, он не выпустил второй дроп. Не, короче, смотри, когда вызывают, типа, дроп падает только один, получается. Ну, то есть, если вызывают, то один, второй не может упасть. А если не вызывают, там сам падает, тогда два дропа. Ну, иногда нет. Тоже, не всегда. Да, не всегда. А, кстати, ты тут сливаешься снегом. Сливаюсь? Ну да, там эскалат, он меня маскирует. Смотри, слева дом, короче, там сверху окно разбитое, могут быть челики, аккуратно. Да, я знаю. А нет, они могут уйти отсюда. Не, ну да, но тут просто окно разбито так. Напряжённо. Вот так, типа, там, вот, чтобы было точно 100% китайский пак, там должно быть, чтобы... Вот, тут стекло есть? Да. Да, это китайский пак. В смысле? Ну, в смысле, смотри, вот можно... А, с оружием, это... Вот на телефоне там с оружием не стёкла. Это тут стекло. То есть ты хочешь сказать, что этот папок подделка, это китайский папок, да? Это китайский, потому что можно... Сейчас. Вот так можно сделать. Короче, это еще, подделка, еще. Правильно? Ну, почти. Не, если бы еще бы на базике там эти были стекло, то слушай, это... побежали. На мост, там вроде машина идет на мост. Побежали. Нет. Все равно это не подделка. Просто нормальный китайский банк. Хороший, да. Вот, смотри, на мост побежали, вот тут челики на мост. Да, на мост едут. Все, гасим их. Смотри. Обосрал. Ой, извини, по тебе попал. А что тут можно... Там еще один. Добиваем. Ой, у челика ВМ. Да, вижу. Триндача, как это? О, не, МД4. М4.
Аккуратно, аккуратно, там еще чел за машинкой. Спрячься за деревом каким-нибудь. Я... Хорош! Все, ты убил. Я ему по голове дал. Красава! Я 4 кило сделал с этого, со своим, не дали ачивку. Чтобы знали, ребят, он второй день, получается, играет, или первый даже день папка играет. У тебя же коряк, да? Да-да-да, у меня коряк, да. Так, бери у этого черепа Д4 с 8-кратником там. Не-не, коряк на самом деле получше будет, мне кажется, не? Ну да, потерял, я тебе говорю, что коряк лучше, да. Коряк лучше. Ну вот я тебя послушался, вот, и буду играть с коряком. Нормально, он захерачил челик, я просто сейчас с АВМ-очки, бам! Блин, я ему в голову дал, вообще... Не-не, красиво, красиво, ты реально забрал нормального челика? Вообще, ну, как будто я теперь умею скорее, это, с АВМ играть. Ну все, АВМ теперь твоя любимая лучшая пушка? Да. Ну, не, это не точно, это еще моя любимая пушка, это я... Мне осталось только сэмки, а нормально это выстреливать вот тогда. А вот с прицелом. Да и все, теперь нормально. Все нормально, буду играть. Mm-hmm. Оказывается, если нажать. Слушай, нам в зону надо, в зону. Да, ну время есть, нормально, кстати... побежали. Да, можем пешком, что думаешь? Да, можем пешком. Там погнали, там. Погнали. Слушай, еще можем пострелять, вот. Ладно, похрен, гов за нам, погнали. Там еще тачка есть. Едет или стоит? А, вижу, стоит. Угу. Это... Стоп. Да, стоит. Тут тачка, тут челик. А, вижу. Да, вот тут тачка, там и челик. Давай тогда на гору встретим, в зоне получается. А, на горе в зоне мы его встретим, мы убьем. Не, я красивенько. Он на тебя прицелился. Да-да, ты меня спас, получается, вообще красава. Спря... спас. Голове дал ему и сдался. Туда его. Получается, я тебя спас. Да. Ну, сейчас бы не сдохнуть, почему ребята. Почему челики, которые в команде, они вот когда ты принимаешь, типа, хочешь с ними сыграть, они отмены. Что еще раз? Я говорю, почему челики такие вот... А секунду, извини, что я перебил, вот у нас на 200 еще один дроп, смотри. Мы наверх быстрее. Да-да, пошли за вот там. Говори. Смотри, челики, которые тебе, ты хочешь с ним сыграть, ты соглашаешься, чтобы вы смелись с ником, а он не соглашался. Снизу. Живи, мансы до камня, вот хотя бы. Еще машина идет сюда. Дай вот на горку спереди, если сможешь. Не могу, я хилюсь. Ладно, окей, живи. Блин. Я сдох. Да меня вот тут челик, короче, дроп, сгорит. Не прибей меня. Понятно, а нахрена ты добивать-то? Пусть челик. Да крыса. Крыса вот всегда. Бороба тогда выиграет, да? Челик, тебя убили? Ща убьет. А, это первый. Я все это время от первого играл. Да, ты все. Я дебик. Я люблю такой скин, дебичка. Он еще там. Боже, я даун. Скин. Я все это время от первого играл, какого хрена? Тебе... Все, тогда сейчас изи выиграем. Ой, сейчас мы 17-й. Нормально. А тут плюс. Блин, я на самом деле твою ВМ забрал. Опа. У АВМ такая же отдача, как у... Вижу челика. Килится. Или его. Вот челик просто как... Откуда? Вы двое челика. Да, вижу. Прятался, короче. Да, короче. Мне сзади херачит. Да, вот челик, ниоткуда пойми, стреляет по тебе. Угу. Сидят где-то и стреляют. Да, это китайский. Это подделка. Это подделка? Нет, не подделка, это просто китайский.
Понял, понял, понял. Понял, что на машине не стекло. Я видел, как ты пробежал. Я видел там машину, он стекло. Mm. Нет, это не подделка, это нормально. Все, все, супер. А я уж, блин, подумал. Подделка, да, подделка, думаешь? Да не, вот мне не нравится такой. Я тебе дай мне такую расскажу. Вот когда мы купили только эту я, короче, хотел сразу сыграть, а оказывается, у нас какая-то проблема была. Ура! Вот, мы не могли зайти, мы только... Но мы только на выходных купили эту папку, и наконец я смогу с него сыграть. А что, тянет вообще нормально, не лагает? Сколько тебе FPS? Ну, типа, не лагает, да? Ты играешь на каких настройках? Ну, нормально. Минималки, да? Ну, как будто да. Опа. Вот. А, блин. Да, ё-мо. Ой, я постреляю. Хорош. Туда его. Поговорим. Да, попал по голове в жбан. Просто щелчок пальца и ты и по голове. И да-да-да. Все, умер. Житель умер от депрессии. Если что, из Майнкрафта там вот этот житель, да? Который типа меняет что-то, да, на что-то? Да-да-да. Понятно. И там вот этот рассказ такой: житель умер от депрессии. Блин, на самом деле, вот он крутой реально, только вот иногда очень много говорит, и я вообще ничего не слышу, у него еще микрофонит. Мне прям сложно. Ну что, папа сейчас разберется. Короче, будет сложно, сложный топ. 5, топ 9. Да-да-да, топ 9. Опять 25. Ты рад? Да, рад. О, видел челик, да, с домом? Двое, смотрю. Да, двое. Если ты увидишь такого челика, который с корика меня вырубил, кошник. Надо его наказать, да, сразу? Да, накажи его, да, убей его. Какой у него ник был, Не помню, не знаю. Даже не знаю. Я помню, у него были последние цифры. Угу. Блин, как бы этот дом развалить? Просто когда ты убьешь двоих вот этих, я тебе скажу, какой этот челик. Если убьем. Да, если убьешь, ты просто это. Ты вот там вот ты иди к ним труп и помши руками. Да, типа патрулить, ну? Да, патрулить. Вот так просто. И показать смерти вот это. Там смерть. Окей. Блин. И все, это будет нормас. Мари 7 живых уже. Топ-7, наш рекорд. Давай. А, не рекорд. Не рекорд, это топ-1 будет рекорд. Нет, даже топ-2 будет рекорд, по идее. Да, топ-2 или топ-1. Ребят, нужно выиграть, вся надежда на меня. Это если реально топ-контент на канал. Если зимняя карта будет снова, тогда поедем снова туда же прыгнем. На поезд? На поезд, да. Снова покататься хочу. Могут сзади тебя быть. Ну там вроде я туда пришел. Вот. Ой, вижу. Сзади. Да, я видел. А, вот что за крыса? Да не крыса, они нормальную позицию ищут. А, нормально. Просто убей его, я тебе скажу. Да, сейчас. Ну просто видишь, не только не слева сейчас. Да весь он очень много говорит, ребят, я ничего не слышу. Там цифры. Окей. Ники последний. Ты остался так? Ты двоих убьешь, тогда это сколько? Если убью, видишь, они прям тут. Подожди, сейчас помолчи, пожалуйста, вот этот челики, надо развалить их. Нафиг. Умри, пожалуйста, давай. Воняешь.
Уф. Хорош. Я молчу. Все, извини, просто типа реально нужно услышать их. Да, вот, да ничего, убей еще одну. Сейчас убью. Че, ты убьешь одного? Останется тебя против троя. Я так потею. Против троя. Ошибка, молчу. Надо было не стрелять. Да ничего, ничего, нормально. Такой угарный тип. Нет, просто был 6. Две... Блин, у меня две тимы там. Чё тебе? Две тимы. Две тимы, да. Это вот это первое и ещё два. Ещё три слез. Против тебя ещё 4 чейка осталось. Да-да. Если убьёшь 4, тогда 3. Пусть надо вот этого забрать. Да-да, всё, тащи. Не получилось. Опять топ-3, прикались. Данного молодого человека добавил друзья. И, собственно, как только на этом видео наберется 5000 лайков, я его приглашу, и мы попробуем сделать первый топ-1 7-летним школьником. Я уверен, это будет что-то правда интересное, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите это самое видео. Всем удачи, всем пока.